Сегодня я расскажу тебе, как стать программистом за 2 минуты. Для этого нам понадобится Delphi 7. Что? А как же Python, Java, Ruby? Пока ты разберешься, как установить и настроить эту хрень, у тебя все желание отпадет заниматься программированием. Поэтому ставь Delphi без лишних вопросов. Так, вот у нас установочник. Выбираем Delphi 7. Вот пошла загрузка. А хотя, что я тебе объясняю, если ты не знаешь, как установить программу, то программистом ты точно не станешь. Иди играй в доту. Вот у нас запустилась Delphi. Возьмем вот этот объект и разместим в окне. Запустим нашу программу. Можно писать в этом поле. Классно. Добавим еще одно такое поле. Но вот проблема, нам нужно постоянно стирать эти стандартные надписи. Чтобы исправить это, в инспекторе объектов очистим параметр текст. Так намного удобней. Добавим кнопку и сразу поменяем параметр caption. Это надпись на кнопке. А еще нам понадобится третье текстовое поле. Двойным щелчком по кнопке перейдем к редактору кода и опишем действие этой кнопки. Запускаем программу. Так, блин, сейчас. Значит, нам нужны числовые переменные. А это что такое? Несоответствие типов? Значит, надо преобразовать. Вот все, теперь ты программист.